Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть на карте зеленка. Значит, купил вот такую вот сейлку прошлой весной, получается, осенью. Я ей как раз сеял, я ее брал в аренду. Но сейчас себе купил. Денег было много, еще заработаю. Так, мне сейчас нужно заехать за... По-хорошему, мне бы... сюда вот перевести одну машину с удобрениями. Давай сейчас займемся. Я подъеду, заправлю сюда, чтобы они здесь были в элеваторе. Так, трактор я хотел на ремонт загнать сюда. Надо подремонтировать, это часто глохнет. Так, оставлю пока здесь, потом им займусь. Давай возьмем зелочек, сейчас загрузимся. Вот так. 10 тысяч литров. Сейчас одну машину я выгружу туда, в элеватор, чтобы с элеватора заправляться. С элеватора мне просто ближе подъезжать, если что. Так, пускай пока выгружается. Здесь, кстати, вода у меня есть. И здесь есть. Надо их включить. Так, в одной у меня были помидоры. Включить. А в одну, в другой у меня был салат. Тоже включить. Но вот так пускай будет. Так, получится, не получится заправить ты туда. Оп, отлично. Закрыть, закрыть. Все шикарно. Блин, а топлива-то у меня осталось, не осталось. Кажется, очень мало топлива. Так, ладно, сейчас. Вот этот трактор я хочу отправить перепахивать другое поле. Но он там большое, которое в прошлой серии наемный рабочий у меня удобрял. Давай пока вот этот новый трактор отправим туда работать. Почему я им сейчас не сейлку не тяну эту? Потому что он не справится. У него 200 лошадей, а сейлка требует 300 лошадей. 300 лошадей у меня как раз у кировца. А у этого 200 он просто не потянет. Пускай здесь пока вот с этим полем занимается. Перепахивает это все дело. Чтобы сорняк не рос, я всегда обычно перепахиваю. Здесь уже все нормально. Так, ну а мы едем вот на эти два поля. Вот это новое поле, которое я расширял. Оно, ну, большое стало. Там, в два раза точно, если не в два с половиной раза, стало больше теперь. И соседние. Я их, наверное, засею одной культурой.
овсом. Так, раскладываем, и надо выбрать культуру овес. Так, тканула, бобы. Вот овес. Стоп. Блин. Не включил. Нажал включить трактор, а надо включить сейлку. Я не переключился на сейлку. Так, ну вот теперь нормально. Так, сейчас только проверить. У меня здесь уже... А, здесь уже удобрено на 100% было. Ладно, значит, у меня удобрения, по идее, не должны расходоваться, хотя они, ну-ка, хотя немного расходуются. Ну да ладно. Ладно. Тут я уже отключить эту функцию не могу. Здесь почему-то уже полностью удобрено на 100%. Возможно, тут прошлый хозяин сеял какую-нибудь посевную редьку, которая дала часть удобрения, половина. Ты серьезно? Прямо тяжело так? Нифига себе. Не думал, что он так в подъем в этот будет тянуть тяжело. Реально прямо еле-еле втягивает. Надо будет сейчас, может быть, посмотреть, может быть, ему можно мощности добавить. Поехали, доедем до гаража. Может, можно добавить ему селенок-то. А то что-то вообще как-то тут, блин, в подъем-то много работы. Смотри, тут поле какое. Тут в подъем часто будет, нужно будет подниматься. Пошли проверим. Так, починить. Давай починим, во-первых. Настроить. Нет, это максимально 290 у него 290, даже не 300. Так, а топливо-то... Тут получается у меня... Погоди-ка, нету. Блин, я думал, у меня бочка топлива-то есть, а тут, оказывается, топлива нет у меня. На базе вообще нет топлива. У него чуть-чуть. Так, ну что, ребят, еду на новом тракторе. Решил взять в аренду другой трактор заодно и проверить, как он работает, как он себя показывает. Смотри. К-740. Ну, фирма Lizard, я так понял, это современный кировец, насколько я понимаю.
Сейчас у него 400 лошадей. Можно, по-моему, даже больше ставить. Но хочу его затестировать. Посмотрим, как он себя покажет. Едем на поле. Ну вот, уже посерьезней. Скорость в горку в два раза, даже в три раза быстрее. Теперь вообще нормально. Летает. Посмотрю. Шикарно. Так, одно поле есть полностью тут. Овес растет. Слушай, ну я вот на это поле потратил половину сеялки, ну, семян. Кстати, что там по удобрениям? В сеялке-то получается. Семян у меня на это поле точно не хватит. А вот, не, удобрений-то хватит, скорее всего. Их потрачено было чуть-чуть. А вот семян, нет, семян придется... прям сюда привозить, наверное, да. На газели, скорее всего. Так, ну-ка, сейчас мы здесь сразу пройдем. Чтобы потом было удобно разворачиваться. Здесь надо пройти краешек.
Вот таким макаром. Поехали. Так, ну все, семена закончились. Нужно вести. Так, поехали съездим, во-первых, пшеницы купим. Курам, пока я помню. Заодно проверим этого, как там, работник наш. Справляется, нет? Проверить, ну-ка, ну чуть-чуть вот, помарочки небольшие есть. За ним косячки. Ну, да ладно, это маленькие, это мелочи. Сколько он? Половину точно уже вспахал. Может даже больше. Поехали по прямой сейчас. Проедем по вспаханному. Заодно посмотрим. Не, он уже. Ему чуть-чуть, в принципе, остается тут, этому работнику. Он уже процентов 70 или 80 тут обработал. Так, ну а я еду за пшеницей.
Так, пшеница. Она самая дешевая. Куром. Здесь, кстати, у меня чуть-чуть там недоудобрено, что ли, получается там он в начале, ну или в конце поля. Известь прямо лежит ее. Вот это вот слева тоже мое поле, надо будет засеивать, только пока еще не решил чем. Стой! Блин. Сейчас бы чуть-чуть бы и забор бы снес бы. Тысячи было, он в десятку вмещает. Ладно, 2000 практически. Про запас такой небольшой будет. В элеваторе. Зелок пока тут поставлю. Мне нужна газель, чтобы семена купить. Не знаю, сколько тут. Может быть, мешков 6 куплю. Или даже, может быть, 5 мешков куплю и бочку топлива. Но это уже будет в следующей серии. А на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.